Всем привет, маленькие слазенькие пахлавушечки, с вами я, Бадди. И сегодня мы пройдем карту в игре «Проклятие 1» под названием «Арктик». Эту карту я буду проходить первый раз, ребята, вообще. Вот только сейчас установил, скачал. Слепое прохождение. Погнали. Так, вот. Блин, мы, кстати, не первый будет пройти. Тут меня много раз убивали. Вот если сейчас я пройду это место, то все, дальше я не проходил. Забавно. Так, все, готов, найс. Поехали дальше. Ну, посмотрим, что за карта такая. А, про эту карту я узнал на канале Ирины Шпитко. Спасибо ей, то, что она много чего знает. Вот вообще столько карт всего. Вообще капец она, конечно. О, мы уже приехали. Так, ты посмотри. Да, блядь, ты посмотри, что делает, а? Такая мразь просто прострелит через эту хрень. Ну все, капец ей нафиг. У нас даже сохранения не было. Ну все, мрази. Сейчас у меня такое отхватите, нахрен. Не буду говорить чего имени. Лучше промолчу, нахрен. На! Как он взлетел нафиг. Вот, кстати, жалко то, что когда мы приезжаем, я почему-то схожу с пулемета. Так, ну там написано то, что нам туда. Вот на радаре показано. Так, погоди-ка, давайте читерить, наверное, да? Так, вроде всех убили. Чего? Так, а теперь бежим за аптечкой, пожалуйста, не убивайте меня. Охреневшие. Не убивайте. А вот и броник, кстати. Но это, блин, маловато. Давайте еще вот эти вот хижины осмотрим полностью. Сейчас мы должны что-нибудь найти тут. Аптечку или броник. Уи, блин, ну это все равно. Не, че я вообще? Че я гоню нахрен? Нормально вообще. Все нормально. У меня винтовки нету, ладно. Ну что, поедем, наверное. Это будет правильнее. Вводи. И что? А, все-таки он поехал, ты посмотри. Бля! Нормально, нормально, едем. Живем, главное.
Блин, они так медленно едут, как черепахи, капец. А, так у меня выбор есть, типа. Ни хрена себя не сделал я умно. Вот это вот умно. Программисты, конечно. Вот первый сейф, наконец. Ты чё нахрен? Ну все, наконец, я могу и без вас справиться со всеми. Говнюки. Так, это что у нас за база такая? Ух ты, интересно. Погоди-ка, погоди. А, Кригер. Вот это прикол. Требуется карточка, блин, но, скорее всего, предположу то, что это радар показывает на местоположение карточки, которую мне нужно взять сейчас, ну, чтобы открыть дверь. Может быть. Да, попробуем подняться. Блин. Так мне нужно бомбу найти. Да, нужно найти бомбу. Так, давайте, знаете, что сделаем? А, попробуем сначала спуститься вниз. Я там лифт видел. Вот эту, да? Давай попробуем. Может, получится. Там что-нибудь снизу... Эй, тихо, не двигайся нахрен. Смотри, у меня, блядь. Что-то долго. Чё, как долго, нахрен? Ну, давай вниз, погнали. Там по-любому должны быть взрывчатки, вот однозначно. Должны. Ни хрена себе комнатки здесь. Ой, еще туда можно? Нет, показалось. Возможно, здесь будут вылезать мутанты. Ну, типа спрыгнут как-нибудь, да и все. О! То, что надо. Бомбочки завалялись для меня. Нормас. Так, это лифт. Ну, смысла я не вижу пока что дойти. Я, главное, две бомбы взял. Теперь, я думаю, можно подняться, пожалуй. Бомбочка, нахрен. И все будет черепаха. А вы откуда? Прибежали нахрен. Я посмотрю. Так, что у нас следующее?
Погнали туда. Ни хрена себе, блядь. Туда мне не попасть. Офигевший, блин. Тачка моя взорвалась. Ну, погнали туда, наверное. Так, что там? Корабль, что ли, уничтожил? Тебя носится? Наверное. Транспорта, блин, никакого нет. Прекрасно. Какие сюрпризы? Ну хорошо, ты не снайпер. Пока. Золтерет на какой-то. Сейчас я посмотрю этот корабль, полностью смотрю. Надеюсь, то, что здесь мы найдем аптечку и броник. Сейчас посмотрим. Не, так должно быть. Блин, плыть далеко. Далеко плыть. Ну ладно. Я записывать это не буду, ребят. Ну вот, мы почти приплыли. Let's fucking go. Так, еще. А, просто рычаг потянуть. Сервисли. И это все. Да ладно. Вы че нахрен? Вот это да.
Недалеко ведь сильно будет. Очень далеко. Ну, карта тут, конечно, ни о чем, честно говоря. Потому что очень мало наемников. Да. Походу, эту карту сделал ученик Лебедева. Вот херсы. Ты что делал нахрен? Сумасшедший. Совсем офигел. Ну вот тут я сейчас поднимусь. Откуда вообще это тут взято, интересно? Какой-то чел, наверное, построил эту территорию огромную. Все. Капец, меня это бесит. Вот что не поднимается, долбоеб ебучий. Ой, меня бесит этот баг гребаный. Ты посмотри, блядь. Почему не приходится прыгать, нахуй? Походу сверху, да?
Сейчас попробуй меня убей, тварь. Только попробуй нахрен. Есть. Броник, броник, броник. Вот ты мой хороший. Так, здесь что? Блин, тупое место, да тут вообще... Как же они это не учли? С Новым годом, братья, с Новым годом. С новым счастьем тебя. Еще выше, да? В смысле? Неправильно, да? Вот я даун. Пиздец. Ты серьезно? Это пипец тупо, ребят. Это капец тупо. Не, я не буду записывать. Так, добрались, короче. Добрались. Вторая попытка, нахуй. Не, погодите, я лучше возобновлю запись тогда, когда я поднимусь полностью. Так будет лучше, я думаю. И вот я на месте. Джунгл Белл, блядь. Оказывается, мне, короче, нужно вот так вот делать. А, это еще не все? В смысле? Что я еще должен сделать-то? А, я должен был прям все уничтожить. Понятно теперь, понятно. О, это ко мне. На, нахрен. Скотина такая. Полетели, короче, полетели. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ну чё, идем, ребята, идем.
Пришли. Погоди, а здесь что? В смысле, блядь? Так, погоди, давай-ка то смотрим. Может быть, мне сначала нужно остановить? Наверное. Теперь понятно. Ты чё нахуй? Ты охренел? Так нечестно, я не знал. Алёша. Ты чё нахрен? Ни хрена себе. Вот это прикол нафиг. Все, выбираемся нафиг. Теперь туда. Скоро, наверное, будем заканчиваться. Или нет? Да, ну я такую карту сам выбрал, конечно. Чё за хуйня? Ты посмотри, блядь. Охуевший, сука. Тварь. Ну все, капец ему, падлу этому.
Ему сейчас такая капсда наступит. Ну все, ему кранты, я его сейчас просто уничтожу нахрен. Падлу эту нахрен. Лежать нахрен. Идем туда теперь. Да иди ты нахуй, блядь. Да раз ебаный, блядь. Совсем уже охренели, блин. Сейчас пройдем. Сейчас все получится. Главное не нервничать. Нужно сейчас быть спокойным. Спокойным, спокойным. На-на-ра-на-ра-на. Сейчас мы этих троих неадекватов убьем. Все будет просто чики-пуки, зашибись охренительно. Просто прекрасно будет. А, вот, короче, нужно вертолет сесть, получается. И на этом игра заканчивается, походу. Наконец, блин. Все, прошли. Арзик этот. Найс, 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 найс. Охеренно. На-на-на-на-на-на.